Премьер-министр Армении во время своего выступления на правительственном часе в парламенте обосновал действия азербайджанской стороны, проверяющей иранские грузовики на участке дороги Гори-Скафан. У событий, которые происходят по протяженности армяно-азербайджанской границы, много слоев и подтекстов. «Очень важно, чтобы мы правильно понимали и правильно переводили», — сказал Пашинян. Он отметил, что в декабре 2020 года вооруженные силы Армении были отведены на границы, унаследованные от Советской Армении. Дорога Гори-Скафан на этом участке в двух местах выходит за пределы Республики Армения или некогда Советской Армении. Именно из-за этого обстоятельства в известных районах появились известные нам трафареты и опорные пункты. Предполагаю, что так как в тексте договоренности не зафиксировано обстоятельство касательно проезда иностранных грузов, в этой ситуации Азербайджан применяет данный механизм. По всей вероятности, в ответ на наше заявление о том, что в заявлениях 9 ноября и 11 января не прописан пункт о предоставлении коридора через Армению, отметил Пашинян. Напомним, что Азербайджан ограничил движение на участке дороги Гори-Скафан, проходящем через село Эйвазлы Губадлинского района. На азербайджанском участке автомагистрали установлены блокпосты МВД Азербайджана, а также контрольные таможенные пункты. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.